Друзья, с вами Глеб Задоя, и в сегодняшнем видео мы поговорим о том, сколько Внешэкономбанк попросит денег из бюджета на новые мегастройки, сколько Минфин будет покупать валюты в будущем месяце, а также я вам расскажу о сегодняшнем своем мастер-классе. Ну что ж, начнем с первой темы. Это Внешэкономбанк, который планирует попросить 1 триллион рублей из бюджета на, собственно, вот те мегапроекты, которые были анонсированы в предвыборной кампании Владимира Владимировича Путина. Собственно, сейчас, вот на данный момент, уже среди дефолтных активов банка ВЭБ есть активы на сумму более 1,4 триллиона рублей. Вдумайтесь в эту сумму. То есть это долги, которые никто никому не вернет. И большая часть их долгов – это долги, которые не вернут за постройку олимпийских объектов. И сейчас Внешэкономбанк, который недавно возглавил вице-премьер Шувалов, еще известный как владелец собак Корги, личных самолетов и целого итальянского в высотке в Москве, собственно, просит у бюджета 1 триллион рублей в течение будущих 5 лет. Ну и вот вроде бы просит, а что такого? Ну просит и просит, бог с ним. А деньги-то эти он просит из бюджета, а в бюджет они, друзья мои, попадают не просто так, а в бюджет они в том числе попадают из нашего с вами кармана. А значит, вот все те убытки с мегапроектов, мегастроек вот этих вот, которыми гордится вся наша замечательная страна, будем платить в том числе и мы с вами. В том числе и мы с вами платим за то, что Минфин покупает валюту на бирже. Собственно, Минфин объявил объем покупок на июль-август. И, собственно, вот в будущем месяце, с 6 июля по 6 августа, Минфин купит валюты на почти 350 миллиардов рублей. А, к слову, это чуть меньше, чем было в прошлом месяце. В прошлом месяце Минфин покупал 380 миллиардов рублей. Собственно, на 30 миллиардов сумма стала меньше. Но к чему это все дело приведет, я думаю, всем понятно. Такой высокий объем покупок Минфина валюты на российском рынке неминуемо приводит к высокому спросу на иностранную валюту и к высоким ценам, собственно, на эту же самую валюту. А все это за собой тянет дорогой импорт, высокие цены в магазинах и загнивание всех отраслей экономики, которые не связаны с экспортом каких-то природных ресурсов. Собственно, в общем-то, делайте из этого выводы сами. И мой вам совет – покупайте доллары, ведь хранение денег в рублях в России, к сожалению, еще никогда ни к чему хорошему не приводило. Ну и сегодня, друзья мои, в качестве рекламы хочу сообщить, что у меня состоится мастер-класс «Комплексный анализ финансовых рынков. Теория». Это будет первая часть. Вторая часть мастер-класса будет 9 июля. Мы ее проведем, также это будет комплексный анализ, но там будет чисто практика. Сегодня разбираемся с теорией, на следующем мастер-классе разбираемся с практикой. Чтобы записаться на этот мастер-класс, перейдите по ссылочке, которая будет в описании к этому видео. Собственно, о чем мы там поговорим? Поговорим мы там о том, что является, мне кажется, сейчас самой больной проблемой начинающих трейдеров на финансовых рынках. Многие трейдеры, начинающие, знают, там, как определить тренд, как найти уровни поддержки и сопротивления, построить линии Фибоначчи, пользоваться индикаторами. Но как это все дело разложить по полочкам и как найти точку для открытия позиций, вот с этим вот возникают большие трудности. Если это и ваша проблема в том числе, то обязательно сегодня приходите на мастер-класс, я вас буду ждать. На этом все, с вами был Глеб Задоя, подпишитесь, поставьте лайк и жду ваших комментариев. Всем пока!